Поехали! Срочно все починить! Так, а? Чиним! Срочно! Так, чиним! Вот там! Добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер! Вот. Что? Телеграмма срочная! Так, приезжаем сегодня! Встречайте, Матильда Леонардовна и енот енотыч! Ой, так это же здорово, что они приезжают! Конечно, здорово, только... Хорошо, мы их встретим. То-то они обрадуются. Ну, конечно, обрадуются. Они же нас увидят. Да у нас такой беспорядок. Вообще-то Дима прав. Не очень-то приятно приезжать в беспорядок. Ну и что же нам делать? Что мы им скажем? Скажем, здравствуйте, Матильда Леонардовна и енот енотыч. Вы все шутите, а мне не до шуток. Ой, ну ты не волнуйся, Дима, мы сейчас все уберем. Ну да, ты же учил нас делать генеральную уборку, так что нам это все пара пустяков, но все задело. 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 Я собираю игрушки. Так, я полью цветы, вытру пыль, подмету. А я приготовлю пирог. Ты? Да, я тут у тетушки Матильды кулинарную книгу нашла. Там такой рецепт. Понятно, ну что, пошли. Подождите. Что? Значит, Зубок, ты будешь убирать игрушки. Да? Да. Коксик будет наводить порядок. Конечно. А я пирог. А Шуня пирог будет печь. Что же я буду делать? А ты у нас будешь на подхвате. Да. Где? Пойди. На подхвате. Ну, Дим, это так говорят. Это значит, если нам что-нибудь понадобится, ты сразу придешь на помощь, вот. Хорошо. Вот. Ну, хорошо. Вот. Раз, и раз, и раз, и раз, и раз. Сейчас мы эту игрушечку вот сюда вот поставим. Так, раз, и другой пойду. И раз, и раз, и раз, и раз, и раз. Хорошо! Я еще в спальне подмету! А я там игрушки по местам поставлю. Дим, помоги, пожалуйста, книжки на полку положить. Сейчас! Ой, фу. Ну вот, мы снова дома. Да. И добрый вечер. Енот Енотыч, вы только посмотрите, красота-то какая. И не говори. Да. Ох, повезло нам с этим Димой. Хозяйственный юноша попался. Ой, еще такой молодой, а такой порядок держит. Да, да. А малыши-то наши наверняка уже спят. Да. Ой, вы уже приехали. Здравствуйте. Ой, Дима, спасибо тебе. Да ну, мне за что? Да вот, за все, за это. Нет, я здесь абсолютно ни при чем. А не скромничай. И как ты все успеваешь? Не, ну, честное слово, я... Вот если бы наши малыши всему этому у тебя научились. Да, да они... Дима, иди сюда, надо пирог вынуть. Простите, извините, я сейчас... Леонардовна, да. Ты что-нибудь понимаешь? Нет. Дима, тут надо винт подкрутить, мне сил не хватает. Сейчас! Дима, иди сюда. Бегу. Да что тут у нас произошло за время нашего отсутствия? Ну я же ума не приложу, енот Енотыч. Енотыч, тетушка Матильда. Да-да. Ой, тетушка Матильда. Ой, хорошие вы мои. Как же я рад вас видеть. Ой, ну как вы тут без нас? А? Хорошо, вот я вам пирог испекла. Ты? Пирог? Я по вашему рецепту. Вот, а я, Енотыч, тебе ящик для инструментов починил. Помнишь, крышка не закрывалась. И ты починил? Ну да. А я, Матильда Леонардовна, вашей корзинкой для шитья ручку сделал, вот. Моей корзинке ручку? Ты? Да, а что? Дима, как тебе это удалось? Да. Что? Ну, ты же научил наших малышей быть самостоятельными. Я? Ну, а кто же еще? Это они сами. Скорее... Я у них многому научился. Ну, чтобы уж быть справедливым, скажем так, чему-то мы тебя научили, а чему-то все-таки
ты и нас. Да. Ой, ну, в общем-то, в жизни так и бывает. Мы все друг у друга чему-то учимся. Главное, чтобы мы учились только хорошему. Да. А вот в этом не сомневайтесь. Ну что, прошу всех к столу. Вы ведь устали с дороги? Есть немного. Да-да. Ну тогда давайте прощаться с ребятами. Всего вам доброго. До свидания, друзья. Всего хорошего. До завтра. Спокойной ночи, мальчики и девочки. Приятных вам снов и ангела-хранителя. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. Всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесах.